Управляющие компании и жители нашего города, которые хотят видеть его красивым и благоустроенным, чаще всего не ждут больших финансовых вливаний или начальственных решений, а берут инициативу в собственные руки. На этот раз в руках местного художника оказались кисти и краски. Результат – новый арт-объект на Аркашской улице. Подсолнечные поля, кукурузник, шахматисты и кот. Эти образы теперь стали частью архитектурного комплекса одного из дворов Аркашской слободы. Вечное лето на недавно серой трансформаторной будке создавали несколько часов. Хотелось как-то комплекс освежить, дополнить какими-то яркими красками, чтобы было красиво и глазу приятно, и люди как-то радовались, глядя в окно, даже с окон, как-то поднимает настроение. Иллюстрации выбрали не случайно. Трое шахматистов сидят напротив будущей зоны для этой игры, а мальчишки, изображающие самолеты, приглашают детей поиграть на улице. В управляющей компании выразили поддержку идеи украшать стены домов граффити. Так что, возможно, этот арт в микрорайоне не последний.